Здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, и мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved. Продолжаем выживать, продолжаем строиться. Птичка у нас уже 37-го левела, в тех сериях показывал, да, как мы ее качаем. Ну, соответственно, где-то альфа встречается, один на птере убивает, второй на птице подлетает просто и хапает кучу экспы. Здесь у нас вулканчик, здесь у нас добыча металла идет полным ходом. Анкила 132-го левела, качается потихонечку, но... Надо просто озадачиться и найти... О, костры еще горят. И найти, соответственно, в идеале 120-го анкила, его притамить кашкой и на выходе получить 180-го, там под 100... Ну, где-то 175, может быть, 180 сразу будет анкила. Но для того, чтобы это успешно все делать, придется нам приручить кицаля. Так, здесь еще не дожарилось. Офигеть. Офигеть. Так, это скидываем. Лучик открыл. Нашел такой вот шотган, дробовичок. Давайте барахлишко все скинем. Я потихонечку плавлю металл. Мы здесь с Алексом периодически наведываемся на этот вулкан. Соответственно, закидываем сюда жарится кучу металла. И... Так, я что-то видел. Так, здесь 57. Давайте штучек 15, наверное, вот сюда, по-моему, да. Сюда добавим. Так, здесь уже все закончилось. Давайте штучек 20 отсюда заберем. Ну, пускай уже сейчас по-быстрому оно дожаривается, да? Мы пока перетаскаем все дело вот сюда. В прошлой серии мы пытались приручить кицаля. Я пока буду таскать металл и заодно расскажу, что мы делали и чем планируем заняться. Соответственно, мы в прошлой серии пытались приручить кицаля, мочили его скорпионом, били-били-били и в итоге... И в итоге прибили. Ну, кто смотрел, тот это видел, да, что... Как-то не очень все хорошо вышло с этим скорпионом на самом деле. Прям вообще нехорошо. И поэтому... И поэтому в этой серии мы, скорее всего, займемся тем, что я сейчас делаю винтовочку, которую до сих пор мы не скрафтили. Вот такой рецептик у нас есть. 128 дамага и 116 прочности. Синяя винтовочка. Мы ее изготавливаем. Она требует 335, по-моему, слитков. Вот так вот. 335 слитков металла, 70 дерева и 88 кожи. Не совсем прям идеальная винтовка, но на текущую секунду это лучшее, что у нас есть. Такие дела. Вот здесь еще можно накрафтить кучу патронов, да, 70 штук. Ну давайте сделаем сразу. Подожди, стоп. Очистить очередь крафта. Мы с собой, наверное, возьмем... Ну-ка, вот так сколько патронов будет? 64. А, ну там у нас пороха просто не хватает. Все нормально. Дело в том, что на крафт транквилизирующих дротиков нужно будет... А наркоты здесь нет, да? Плохо. Что у нас показалось? Или что-то где-то повреждено? По-моему, моргнуло, что где-то было повреждено. Не суть важно. Так, сколько у нас веса? Сколько у нас есть свободного веса? Еще можно где-то 300, наверное, засунуть туда, да? Так. Ну, и здесь уже практически все готово. Буквально чуть-чуть. Дождемся, это все заберем. Здесь у нас патроны. Патроны, патроны, патроны. Они сразу по два делаются, кстати. Так что я, наверное, зря столько много заказал. Хотя пригодятся, да? Пригодятся. Их мы вот с собой увезем. Так, патроны грузим. Винтовку грузим. Винтовка, кстати, 15 весит. Нифига себе. Нифига себе. Ой, что-то случилось. Копицо заодно починим.
Итак, что мы еще можем сделать? Постройки, металл. Что мы можем сделать? Например, еще раз, два, три, четыре, пять, шесть штучек, шесть таких вот, да? А все остальное, наверное, стенки или нет? Давайте полов сделаем 13 штук. Вот так вот. Вот так вот. Ну и сейчас пройдемся, соберем вот здесь остатки металла. Потушить. Это забрать, потушить. Давайте вот это тоже все заберем. Чтобы потом. Ну и сервер. Сервер не лагуй. Так, здесь потушить. Хорошо. Что у нас получилось в итоге? Давайте посмотрим, посмотрим. 8,6. Вот это, вот это, вот это. Полные стаки я просто забираю. Так, металл закидываем. Постройки, металл. И еще, наверное, пару стенок. Пойдет. Здесь у нас излишки вот этого порошочка хранятся. Мы его, соответственно, заряжаем сразу. То есть, по факту, получается, если сюда две пачки порошка засунуть, а вот сюда 6 стаков металла, то получается, что как раз вот оно то на то и выходит. Так, смотрим, что по весу. А, кстати, не так много. 6, 2. Вроде норм. Алекс прилетел. Так, Как дела? 391. Нормально, Алекс. Все, я скрафтил винтовку, скрафтил патроны. У тебя наркоты с собой нет Ага, я случайно? там порох. Нету. Просто сразу Нету. бы здесь для уменьшения веса. Ну, в принципе, все. Можно. Там, я не знаю, стаков 5 порошка оставь, а остальное можешь порошок загрузить. Погнали на базу, да, будем искать этого кицаля. Давай, давай. Вот такие дела, ребята. Поэтому мы сейчас грузимся, выдвигаемся на базу. Я потихонечку вот на этом, на Орлена нашем. Скорость не потерял еще. Нормально, прям под завязочку. Загрузка такова, что на Алекс пошуршал. Давайте, наверное, гамму как-то чуть-чуть уменьшим. И погоним на базу. Ну, соответственно, уже продолжим на базе. Не удержался, ребята, увидел 120-го скорпиона. 120-й скорпион. А, нет, это не тот. Извини. Опа. Вот он. Самочка. Скорпион. 120-й левел. Сейчас мы ее уроним тогда. Мы ее тогда уроним и погоним, соответственно, погоним на поиски. На поиски кицаря. Где там наша база? Ой, что-то я вообще не в ту сторону-то лечу, господи. Что-то я загнался чуть-чуть. Сижу, разглядываю побережье такое, сразу же такие мысли. Так, чё, где, кого? Какое животное увидеть? Кого стащить? Нормально. 120-й это редкость на самом деле. Вон Алекс на птере гоняет. Сейчас мы его задачим. Можно, конечно, кинуть. Прям в томилку, но лучше, наверное, наверху. Прям сразу. Алекс, можешь уронить Ага. скорпиончика? Не смог мимо пройти. А сейчас, секунду, я арбалет возьму. Самочка 120-я. Блин, лишь бы она птера не начала жарить. Вон у нас там Алекс натамил стегозавров. Так что у нас теперь стегозавры. Он их прям массово, там три штуки на острове на этом уронил, на травоядном. Загрузил на плот. И, соответственно... 120-й, да, тяжело пройти. Да-да-да, я не удержался просто. Тем более самочка, как бы самое оно.
Вот, и теперь у нас будет... Будут яйца стегозавров, из которых мы будем крафтить корм для того, чтобы приручать орлов. Вот таких вот аргентависов. И, соответственно, у нас будет много всякого разного. Так, ну что, надо разгружаться или... Да, давайте патроны, наверное, сразу дротики. Ружье нам пригодится, потому что мы на этом орле будем летать. Будем летать и держать. Так, есть. Дальше патроны сюда выгружаем. Что мне требуется? Оружие, боеприпасы, дротики. Ага, слитков металла-то я не взял. Твою-то ж душу. Короче, надо будет сгонять до горы. Ну, пока все равно приручаем скорпиончика, наверное. Серега, там окон у нас нету? Я привез. Сейчас все починю, сейчас все сделаю. Ага. И надо 3 наркотика на 1 дротик. То есть 150, 150, 300. Ну, короче, прям многовато. Ну, я думаю, что этого будет вполне достаточно. Этого будет вполне достаточно, да? Так. Ну и, в принципе, только слитки металла, да? 2 дротика сейчас сделаем. Они по одной штучке крафтятся. Понятно. То есть, в принципе, нам сейчас нужно еще за металлом сгонять, заплавить. Ну и будет все хорошо. Так, этого поставим, пускай. Пускай опыт дает. Ты что, зря стоит, да? Ну, 120-й, конечно, хорош. Прям хорош. Так, давайте. Поехали. Надо чуть-чуть построиться нам. А то давно мы не строили ничего, правда? Так. Окно на место. Корну... Эти карна прибегают, всякие разные, да? И они в состоянии долбать по вот этим вот окнам, получается. Так, тут все. Ну, сразу видно, где починили. Надо, кстати... Так, есть, 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 есть. Отлично. Так, здесь 2 окна. Дальше. Вот здесь, не знаю, окна у нас будут, не будут. Даже не знаю. Даже не знаю. Ну, вполне возможно, что вот так только будут окна. Вот так. И вот так. Все. Закончились окна. Теперь очередь за стеночками, да? Стенки нам нужны вот здесь. Обязательно. Вот здесь. Для симметрии вот здесь. Вот так вот это будет все выглядеть. Ну вот уже 2 этажа, в принципе. Вот. Как долго собирается и плавится металл, и как быстро он тратится в постройку. Так, а здесь что-то у нас... Высота-то что-то разная. Высота-то что-то разная. Так, раз и голову отрезали стегозавру, да? Так, надо вот их, наверное... С этой стороны будет глухая стена. О, Алекс, кстати, плот улучшил. Видите, можно добавить еще полы со всех сторон. Это платформа для перевозки стегозавров была. То есть он сразу 3 штуки загрузил и повез на нем. Так, есть. Здесь все норм. Здесь наши крокодилы валяются. Пошлите внутрь, сходим, посмотрим, что здесь есть. Ну и стена будет у нас проходить вот так вот, да? Я хотел, знаете, что сделать еще? Проверить кое-что. Но я только неправильно сделал. Вот. Так вот будет.
Вот так вот будет. Ну и опять же, это, наверное, не металлическими стенами нужно будет строить. Так, есть? Где там? Где птиц? Полетели. Полетели, полетели. Так, посмотрим, что у нас еще есть. У нас еще есть полы, и у нас еще есть наклонные стеночки, которые будут... В идеале бы, конечно, чтобы они стояли вот так, но вот к этой стене. Смысл в чем? Иногда наблюдается баг, при котором животные все проваливаются. Яички. При котором все животные проваливаются. Так, давайте яйца в орла засунем. Ну, давай. Так, так. Вот мне бы как-то ее поставить, чтобы вот так же была, но вот здесь. Как мне это построить? Ой, нифига себе. Ну здесь по-любому вот так будет. Вот так. А стенки я все, к сожалению, потратил. Не-не, Алекс, не мешает. Нормально, уже, у меня уже тут все, все стенки закончились. Стенок больше нет. Печально. Вот рампу, кстати, я не знаю, зачем я ее построил. Рампу не знаю, зачем построил. Хотя, с другой стороны, можно ее вот так поставить, да? Надо еще корнушек штуки 3, как раз они в ряд будут стоять. Да-да-да. Но больших животных мы потом вот к той стене поставим. То есть поменяем местами потом наоборот. То есть здесь, видишь, сейчас будет мало расстояния, то есть здесь второй этаж будет. И, соответственно, в общем, больших туда переставим, где свободно. Так, разрушаем. 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 Тебе, я так понимаю, металл просто нужен? Не, я накрафтил рампы, не пойму, зачем за место наклонных крыш. А металл нужен, да. Так, постройки, металл. Удобно. Удобно. Переносной такой. Передвижной верстак. Так, ставим вот сюда. Посмотрим теперь. Так, теперь мне надо крышу. Пятачок. Вот так. Вот так. Вот. В принципе, норм, да? В принципе, норм. Так, окна у нас на какой высоте? Да, в принципе, нормально будет. Я думаю, будет нормально. Так, а если мы сделаем... Хотя нет, это будет все не то. Давайте еще немножко металла. Рампу вот это еще три штучки разберем, да? Потому что... Потому что рампа вообще сильно торчит, и она под немного другим углом расположена. Так, теперь не промахнуться надо. Металл. Там кто-то кого-то бьет. Стенка мне одна нужна. И мне нужен еще... Вот
такой, наверное, треугольничек. Есть, есть. Но это пускай пока там будет, да? Так, мы делаем что? Мы делаем... Нет, мы делаем для начала стенки. Две штучки надо вот этих вот поставить. Вот сюда. И вот сюда. Вот так вот. Потом мы делаем... Вот так. И вот так. Все, это уровень вот этого... Ну, в общем, крыша. Это будет крыша. Хорош. Теперь... Можно, кстати, будет вот здесь вот разрушить, да? А тогда вот это упадет, наверное. Не знаю. Посмотрим. Ну да ладно. Так, дальше. Что я хотел? Я хотел вот эту штуку поставить. Она мне поможет... Вот так вот, да? Да, вот так. Здесь мы делаем... Теперь... О! Отлично. Так, карму убираем. Свинью. Убираем. Блин, неужели... Воу, я видел, была правильная позиция. Вот. Так, теперь стегозавра надо убирать по-любому. Свинья. Свинья, ты мне мешаешь. Ну-ка. Пока свинину эту в стороночку отодвинем. Такой тихоход прям. Что там, кормушка? Но мне, в принципе, больше-то и не надо. Так, седло отдай мне. Поехали. Поехали. Теперь мы берем тебя, тебя и тебя. Пошли. Пошли, друзья. Ну, такие вальяжно прям идут. Ты посмотри. Давай, ускоряемся. Ускоряемся. Так, все. Стой здесь. Стой здесь. Тебе дистанция следования самая маленькая. Низкая, да? Это у нас женский. Пошли сюда. Так. Отлично. Стой здесь. Женский. А у нас все женские, да? Точно. Им мужик не нужен для того, чтобы яйца давать. Пошли. Готово. Так, с тобой то же самое. Ну, в принципе, уже вам уже понятно, да, что я делаю? По вон тем коричневым яйцам уже видно, да? Наименьшие. Все.
То есть они будут стоять, нести яйца, и яйца будут скатываться вниз. Ну, то есть, бывает, что вот эти все животные маленькие, они как-то проваливаются в текстуры. И, соответственно, вот это позволит нам избежать такого момента. Так, с вами, друзья, что? Давай, тебя тоже. Так, а если мы тебя просто кинем? Жесть какая, да? Я скриншотик сделаю. Отлично. Перестановка в курятнике. Куриный переполох. Вообще идеально. Ну-ка. Так, где у нас самочка? Блин. Ну-ка. Что-то сейчас не хочет вставать. Я хочу их покомпактнее немножко. Смотри-ка, что. Так, тогда делаем проще. Самца туда. Куда ты пошел? Куда ты пошел? Ка. Давай-ка тебя вперед. Да, стой. А это у нас вот как раз самочка. Самочка. О, кстати, яйцо пошло. Видели, да? Во, отлично. И вот так вот подходишь. Вернее, проходишь и... То есть, забежал такой сразу раз, оп. Там не надо ходить, там, заглядывать еще, там, под кем яйца. А тут просто прошел, посмотрел, если яйца есть. Такой тык-тык-тык-тык, прошел, все собрал. Все великолепно, все замечательно. Так, теперь вот эту гвардию надо. Ну, это будет не быстро. Это будет не быстро. Так. Они-то в руки как раз-таки не берутся, да? Пошли. Дистанция следования. Наибольшая, низкая. Все, пошли. Ну, видели, как классно, смотрите. Так, стой здесь. Стой здесь, не шевелись. Оп, вот так вот, да? Красота. Красота. Так, теперь ты. Дистанция следования. Низкая. Открываем. Прокачиваем. Пошли. Пошли, шипастый друг. Ну давайте я их за кадром переставлю всех. И будем тогда продолжать. Так, что тебе? Наименьшее. Ну, у нас, оказывается, здесь было. Еще я и забыл совсем. Здесь были у нас вон фаундейшены. Я что-то и забыл совсем. Что-то я и забыл совсем, поэтому погнали, поставим сразу. Алекс любитель красного цвета. Ладно, с этим разберемся. Так, ну, прикольно прям, подходишь и сразу все видно. Вот так у нас стоит теперь все. Ну, кстати, ночь, да, и освещение работает. Надо будет еще вон в тот угол зафигачить лампы. И будет вообще замечательно. Так, давайте смотреть, что я хотел. Я хотел стеночек налепить. Стеночек. Вот эта стена у нас глухая будет по-любому. То есть это будет внешняя стена. Вот так вот, да?
так вот. Это будет внешняя стена у нас. Так, теперь вот этот угол. Здесь стена будет вот здесь в море выдаваться. И вот здесь, скорее всего, у нас будет тоже окно. Здесь будет окно. А будет оно тоже, как и там, симметрично. Ну, то есть вот так оно будет в одну клеточку. Поэтому вот так, вот так. Так вот. Вот так это все будет выглядеть. И... А, еще одна стенка осталась. Ну, в любом случае, у нас уже одна стена целиком готова. Там окно вставить будет готово. Вторая секция тоже готова. И вот здесь... Да что ты, птичка, не мешайся. И, соответственно, вот здесь остается нам только все сделать как надо, да? Нормально. То есть это будет у нас вот здесь вот. Хорошо. Так, и одно перекрытие еще есть, которое можно как раз... Нет, это будет не как раз. Сюда, может быть, его... Хм, интересно. Здесь бы, наверное, перекрыть вот этот силовой кабель как-нибудь. Закрыть его нормально, так по-человечески. Да? Потом, наверное, в дальнейшем закроем. Поэтому пока что вот сюда вот прилепим. С этой стороны можно будет хоть обходить. Ну, как-то вот так вот, да? Здесь сделаем причал нормальный, куда будем вот этих вот всех загонять. Там ворота дальше в море поставим. Ну, в общем, планов миллион, на которые требуется... гигантское количество ресурсов. О, видите, смотрите, какая красота. Прям не устаю восхищаться. Не устаю восхищаться. Такой конструкция, прям вообще все замечательно, да? Класс. Ну, как-то вот так наши животные, ребята, стоят. Я думаю, что серию затягивать не будем. Мы, наверное, просто это сделаем в качестве обзорной серии нашего курятника. А на Кицаля нам придется в любом случае сейчас еще... Наверное, одну-две ходки сделаем на вулкан. Там все почистим. Там все уберем. Металла накрафтим, соответственно. И накрафтим дротиков. Почему я тебя не вижу? Что-то не могу понять. Слишком далеко, что ли? Дальность прорисовки у меня стоит на максимуме. И поэтому динозавров-то видно далеко... И настолько далеко, что даже подзорная труба не справляется. Может быть, что-то мешает, я не знаю. А, господи, я же эту выключил. Обрадовался уже. Ну-ка. Птер. Нет. Промелькнуло и все, собственно. Вот черепаху вижу, 4-й левел. И она... И все, и она тоже за границу действия ушла, похоже, от подзорной трубы. Птер, ползи сюда. О, 20-й левел. Не нужен. Не нужен. В принципе, все, ребят. Бронта. Бронта не видно. Бронта не видно. Кстати, было бы неплохо еще и бронта притамить. Так-то. Парочку, да? Самца и самочку. 60, не-не-не. Нет, спасибо. Вот здесь у нас томильня. Здесь у нас томильня с одним одиноким фонариком. Рядом с кормушкой. Ну, самое главное здесь видеть, кого томить. Так что несложно даже в одинокого. Самое идеальное, конечно, вдвоем приручать. Вот один держит, ну, как вот я показывал, один держит, второй расстреливает. И вообще идеально, просто идеально. А если один играешь, то, как вариант, вот такая вот загон, вот такой, да? Такая вот площадь, огороженная с окошками, куда можно скинуть и там спокойно расстреливать. Такие дела. Как-то так, ребятки. Все, я надеюсь, что вам такая вот серия понравилась. Немножко построили, немножко полетали, немножко что-то поделали и построили вот такой вот у нас теперь курятник. Перестройка в курятнике, одним словом.
Так что такие дела. Все, всем спасибо за просмотр. С вами был Серега, с вами был Алекс. Увидимся в следующей серии. Всем счастливо, всем пока.